Несколько светофоров в центре Твери изменили режим работы. Речь идет о регулировании перекрестков Тверского проспекта с улицами Желябова и Новоторская, а также площади Терешковой. Они приведены в трехфазный режим работы. Третья фаза отделяет пешеходный поток от транспортного. То есть сначала светофор пропускает автомобили по одной из улиц, а затем по другой. И только после этого разрешающий сигнал загорается для пешеходов во всех направлениях. Светофор на пересечении Тверского проспекта и улицы Желябова коснулся еще один элемент модернизации. Стрелка для поворота налево выделена от основного разрешающего сигнала. Поворот налево при движении по Тверскому проспекту разрешен только когда погаснет основной зеленый свет. Отличительной особенностью перекрестков, оборудованных такими светофорными объектами, является возможность для пешеходов перехода проезжей части по диагонали.